вами Ниагара, и мы продолжаем играть «Сладкий флирт». Так, давайте посмотрим мои задания, найти экзаменационные задания, отнести их Натаниэлю. Возвращаемся, что ж, в школу, и нужно найти эти задания. О, прости, ты не можешь мне помочь? Да, что случилось? У меня очень плохие, кстати, отношения со всеми мальчиками. Просто кошмар какой-то, эта игра меня ненавидит. Ты читала мои заметки в записной книжке, которую нашла в прошлый раз? Нет, почему ты спрашиваешь? Да нет, а что? Почему ты спрашиваешь? Ну, хотя бы скрывать не стала. Не понимаю, почему она все время теряется. Если вдруг на нее наткнешься, пожалуйста, отдай ее мне. Хорошо. Так, нам нужно еще записную книжку Лизандра вернуть. Ладно. О, боже, я его боюсь. Это Амбер украла тексты экзаменов. Да мне без разницы. Так ты догадывался? Когда на дружелюбие будет распродажа, не забудь приобрести, ладно? Я думала, тебе будет интересно. Что же ему ответить? Тут что-то, мне кажется, еще больше всего в минус идет. Так ты догадывался? Конечно, он знал, думаю. Так, про дружелюбие не надо. Думала, тебе будет интересно. Ладно, догадывался. О, черт. Думаешь, мне больше не о чем думать, завершить разговор. Ну все, я только с ним встречаюсь, мне становится только хуже. На каком инструменте ты играешь? А я могу прийти послушать, как вы играете на репетиции? Я хотела спросить, что Кастель думает обо мне? Могу я прийти на репетиции? Нет. Ах. Но должен сказать, мне приятно, что ты интересуешься. Ну ладно, хотя бы так, завершить разговор. Ребята, просто какой-то капец, я не знаю, видимо, флирт это не мое. Я тебя ищу. Вот запечатанный конверт с экзаменационными заданиями. Какие плохие у нас отношения, ужас. Так Амбер его не вскрыла. Что ты будешь теперь делать? Она вообще странно, так как положила прямо на полку, на видное место. Так, найти... да, надо незаметно подложить его в комнату преподавателей, чтобы они подумали, что сами переложили его в другое место. Думаю, это должно сработать. Надеюсь. И что теперь будет с Амбер? Я постараюсь, чтобы ее на время отстранили от школы. В этот раз она зашла слишком далеко. Ты хочешь отомстить своей сестре? Да-да-да, отговаривал меня от мести. Я теперь терпеть не могу месть, но в данной ситуации я не вижу другого решения. Так, думаю, ты прав, другого варианта просто нет. Ты не должен так с ней поступать. Но все-таки она твоя сестра. Хотя я должна была бы ответить, другого варианта просто нет. Ты не должен с ней так поступать, и у нас упали отношения еще хуже. Все. Ты же сама хотела ей отомстить последний раз. Я просто хочу, чтобы она поняла, что ее проделки больше не останутся безнаказанными. Ну все, капец. Так, ну что, записная книжка нам нужна. Там что? Ну, что-то я нашла, похоже. Тебе удалось найти мою записную книжку? Да, вот она. Большое спасибо. Где же она была? Ты забыл ее во дворе на лавочке. Большое спасибо. Не за что. Ну, хоть с ним не такие ужасные отношения. Так, теперь-то нам что, куда пойти-то? Во дворе никого нет. О, боже. Как она меня бесит. Ты, а ну стой. Я уже выходила из школы, как вдруг услышала крики Амбер. Она направлялась в мою сторону с разъяренным видом. А нам что, можно пойти с кем-то на свидание? Угу. Так, ну, я даже не знаю. Вот, скорее всего, этот наряд для Кастеля, а этот для Лизарда. Ну, поскольку у меня лучше всего с ним отношения, причем это так стоит очень дорого. Очень. Я даже не знаю. Выберите подходящий наряд. У меня очень плохие отношения со всеми. С Натаниэлем вообще капец просто. Разрыв сердца. С Кастелем тоже. С Джадом ничего так. С Лизандром ноль. О, боже мой. Даже я не знаю. Что делать? Я вот этот наряд хочу.
А вдруг я зря потрачу деньги? Ладно. Это ты виновата в том, что меня выгнали из школы на неделю. Но имей в виду, тебе не поздоровится, как только я вернусь. Тебе досталось по заслугам. Так вот, ты еще пожалеешь. На меня сейчас ударит. Но, кстати, с ней отношения лучше, чем с братом, блин. Ай! Что, врезала, что ли? Что это такое? Что это такое? Сохранить. Что, вот это надо одеть, что ли? Ничего не понимаю. Она ударила меня по лицу. А, синяк мы сохранили. Тут еще пластырь у нас, кстати, остался. О, нет. Ты пропустила свидание. Ну да, я так и поняла, что там зря я вот этот наряд одела. Самбар подралась. Круто. Надо скорее бежать домой, чтобы приложить к щеке лед. Далее. Молодец. Ты сразу догадалась, кто виновен в краже конверта. Ты получаешь головной убор Шерлок, который находится в твоем гардеробе. О нет, ты не нашла в эпизоде трубку Шерлок. Возможность получить эксклюзивные наряды упущена. Блин. Я какую-то трубку не нашла здесь. Ну, видимо, потому что на свидание, что ли, не сходила, не знаю. В общем, очень как-то тухло прошел этот эпизод. Надо ее переодеть, мне не нравится ее этот наряд. Какой-то он, не знаю. У нас были гораздо круче наряды. Давай оденем. Так, это что у нас? Такие вот штанишки, есть что, шортики. А вот так вот. В шортах пойдет. А почему нет? Пластырь, наверное, уже давно пора снять. Я так думаю, что хватит уже носить его. Это что у нас? Перчатки. Ну, почему бы и нет? Хотя, наверное, лучше без них. Не знаю, сапоги какие-то не очень. Что у нас еще есть? Такие сапожки. Вот так. Такой вариант. Так, так, так. Да. Я не знаю, как это жуть. Ну ладно. В сапожищах таких пойдет. Так, с синяком, да, получается, на лице. Кошмар. Ну ладно. Мы продолжим сейчас. Пока что у меня есть бонусы и есть денежки, так что мы, наверное, продолжим. Да. Следующий эпизод «Купидон» в отпуске. Влюбленная пара поссорилась. Помоги им помириться. Или... Начинаем шестой эпизод. Привет, как дела? Опять что-то мне хочет напомнить. Я хочу объяснить тебе кое-что перед тем, как ты начнешь этот эпизод. Ты внимательно слушаешь. В этом эпизоде ты можешь помочь влюбленной паре помириться. Любимые метры парня и девушки взаимосвязаны. Если ты помогаешь помириться, то показатели любви метра девушки повышается, а парня понижается и наоборот. Если показатель парня падет, это не значит, что ты ему не нравишься. Ага. Вот оно что, еще кому-то можно понравиться. Я тут никому не нравлюсь. Если ты решишь помешать их воссоединению и будешь стараться понравиться парню, показатель его любви метра будет повышаться, а девушке падать. Ага, ты все поняла? Ладно, поняла. Ой, я кое-что забыла. В этом эпизоде ты окажешься перед выбором, потратить некоторую сумму денег или нет. Ты можешь отказаться, однако помни... Инвестиция хорошо себя оправдает в будущем, хорошо, понятно, тратить денежки, отлично, тогда приятного эпизода. Спасибо, до встречи. Начать шестой эпизод. О, это что-то новенькое. Вы случайно не продавец одежды? Ну, выглядит он как-то странно. Одет, по крайней мере. Да, это я, меня зовут Лей. Тогда что вы делаете у нас в школе? Ты можешь обращаться ко мне на «ты». Я ищу свою девушку, она здесь учится. Так получилось, что мы с ней поссорились. Твою девушку? Кто она? Может, я ее знаю? Ее зовут Розалия. Да-да, знаем такую. Если ты ее знаешь, передай, что я ее ищу. Я сам бы хотел с ней поговорить. Но посторонним нельзя заходить в школу. Хорошо, пойду поищу ее. Спасибо. Так, ему нельзя сюда заходить. Нам нужна вот эта самая Розалия. Может, она где-то здесь? О! Розалия, так ты встречаешься с продавцом из магазина одежды? Да, правда, мы немного поссорились. Он тебя ищет, что между вами произошло? Он всегда немного холоден со мной, я не знаю, что он думает и чувствует.
Понимаю, но ты должна с ним поговорить. Он пришел в школу, ты знаешь об этом? Я всегда его прощаю, но в этот раз я хочу, чтобы он доказал, что я для него не безразлична. Ах, хорошо, мне все ясно. На глазах Розалии выступили слезы. Она поспешила уйти. Как мне ее жаль, постараюсь их помирить. Или воспользуюсь шансом. Лей такой симпатяга. Да нет, без вариантов. Но со свободными-то не растет. А у него еще тем более девушка есть. Так, ну что мы, где кого? Искать его надо? О, боже. Ты знал, что Розалия встречается с продавцом из магазина модной одежды? Я представляю, что мне сейчас ответит. Он, во-первых, скажет, какое мне дело, во-вторых, откуда у тебя такой фингал? Думаешь, мне есть до этого дело? Да я так просто спросила. Как приятно с тобой побеседовать. Приятно с тобой побеседовать, о боже, неужели у нас улучшились отношения? Всегда готов поддержать с тобой разговор. Ну ладно, спасибо. Так, сюда зря пришла. Здесь тоже никого нет, ничего не валяется, да? Зря потратила столько бонусов энергии. Угу. А, боже, сколько их. Ты знала, что Розалия встречается с продавцом одежды? Да, кажется, кто-то мне об этом уже говорил. Завершить разговор. Здесь нет никого. Бонусы энергии просто тают на глазах. О, ты ее видела? Да. Что она тебе сказала? Розалия считает, что ты недостаточно демонстрируешь свои чувства. Она хочет, чтобы ты сам сделал первый шаг к ней навстречу. Вздыхает. Я не умею открыто говорить о своих чувствах, но я действительно дорожу ею. Ты девушка, ты лучше знаешь, что в таких случаях может доказать мое чувство к Розали. Если мне что-то придет в голову, я дам тебе знать. Так, найти Розали, вернуться к Лею. И придумать, как их помирить нам надо. Она где-то здесь была? Чего, нету ее здесь? Блин! Ой, Лей твой брат, да? Они с Розали поссорились. Я не знала, что они встречаются. Они редко ссорятся, надеюсь, все наладится как можно скорее. Завершить разговор. Надеяться, что наладится, о боже мой. Розалия и Лей поссорились. Что бы ты сделал на месте Лея? Нашел бы другую. Ну, Костя, все с тобой ясно, все-таки. Если тебе в голову придет что-нибудь дельное, дай мне знать. Понятно, шел бы другую. О, Натаниэль, привет, мы скоро с тобой вообще драться будем при встрече. Ты не знаешь, как можно помирить Розалию и ее парня? Поговорили лучше со своими подружками. Я плохо знаю Розалию, чтобы давать такие советы. Что, совсем ничего не приходит в голову? Даже не знаю, зачем я это у тебя спросила. У тебя вообще ничего в голову не приходит? Вот чуть-чуть, прям на миллиметр улучшились отношения. Могу сказать только одно. Моя сестра предпочла бы получить дорогой подарок. Хотя не думаю, что для Розали это имеет такую же важность. Подарок. Значит, надо ему подсказать, что надо что-то подарить, боже мой. Что-то мы с тобой часто встречаемся. Ты что-нибудь придумал? Лучший способ найти другую девушку. Ну, это мы уже слышали. Тебя никакого толку. Напомни мне, чтобы больше никогда не заговаривала на эту тему с тобой. Да, ты еще найдешь другую. Ты знаешь, в мире еще встречаются парни, которые испытывают чувства к своим девушкам. Нет, напомни мне, чтобы больше тебе никогда такой глупости не говорила. Наконец-то первое стоящее умозаключение. Так, найти Розалию. Ну что, где она? О, спасибо за твою помощь. Ты что-нибудь придумала? Я работаю над этим. Работаю. Где твоя девушка, блин? Хожу только зря, бонус трачу. Ты видела Розу? Да, кажется, она не собирается прощать Лею. У тебя нет идей, как помочь им помириться? Я хорошо знаю Розали. Если ты дашь мне немного времени, я что-нибудь придумаю. Супер, я рассчитываю на тебя. Всем нужно дать время. А мне что делать? Бегать? Туда-сюда? О, блин. О! Я знаю, что делать. Как ты быстрее меня здесь оказался? Что? Девушки любят, когда им посвящают стихи. Я хочу написать несколько строк от имени брата. Я, например, терпеть не могу стихи. Думаешь, это сработает? Почему бы и нет? Ну, почему бы и нет? Пиши. Я в этом уверен. Ты можешь прямо сейчас сочинить стихотворение. У меня нет бумаги и ручки. Ты мне можешь их одолжить? А я пока
Подумай, о чем лучше написать. У тебя нет ручки? Чем же ты пишешь на уроках? Я где-то забыл. То записная книжка, то ручка. У меня просто слов нет. Так, нет слов. О боже, спасибо за твою помощь. Ты что-нибудь придумала? Я работаю над этим. Видимо, нам нужно пойти и купить, потому что она говорила про вложение. Вот она, ручка. Ну, 3,6, ладно, это не так страшно. Можно пережить такие растраты. Это не 30, не 40. Так, а чё, где он был там? У тебя есть все, о чем я просил? Да, держи. Он взял бумагу и ручку. Через несколько минут стихотворение уже было готово. Далее. Вот, теперь отдай это Лею. Спасибо, ты молодец, что помогаешь брату. Так быстро, что ты там насочинял за 2 минуты. Он обидится. Может, ты ему сам отдашь? Нет, он молодец, что помогает брату, и у нас улучшились отношения. Ты тоже меня приятно удивила. Редко встретишь человека, который заботится о других. Лизандр ушел. Стихотворение получилось очень трогательное. Розалия не сможет устоять. Может, стоит поменять этот стих на что-нибудь менее приятное? Тогда Розалия уж точно не простит Лея. Нет, не надо написать злобное письмо, отдать таким, как есть. И отдать это надо ему. Держи, ты можешь отдать этот стих Розали. Надеюсь, это может поможет вам помириться. Посторонним запрещено заходить в школу. Ах, да, точно. Так я могу рассчитывать на твою помощь? Я сделаю это для тебя. Спасибо. Ты мне расскажешь, когда она прочтет? Конечно, без проблем. Я тут хожу всем, помогаю, блин. Ну, такого сумма чуть не клеится ни с кем. А, боже. Какая стиль. Меня пугаешь. Ты же встречался с девушкой? Блин, молчи, не задавай ему такие вопросы. Да, и не с одной, ну, естественно. Хочешь стать следующей? О, нет. Ты на последней строчке в моем списке возможных претендентов. Да, я очень хочу. Если ты пользуешься такой популярностью, почему ты тогда один? Сказать ему, что он последний, то что-то все жестко в минус. Так, наверное, он оскорбится. Очень хочу, он скажет, да ну на тебя нафиг. А, почему ты один? Он скажет, да не задавай глупых вопросов. А, что говорить? Ладно, у нас так плохие отношения. Почему ты один? Потому что в нашей школе нет подходящей девушки. Ага, конечно. Ну, слава богу, что хоть не в минус ушли отношения. Как-то выкрутилось. Так, Лей поговорил с тобой? Нет, наверное, он даже не переживает. Я тоже так думаю. Если бы он тебя любил на самом деле, он бы уже был у твоих ног. Я уверена, что он объявится. Я уверена, что он объявится. Надеюсь, так и будет завершить разговор. Так, а чё я ей не отдала-то стихотворение? Лей кое-что передал для тебя. Это стихотворение он посвятил тебе. Она читает стих. Ну что, тебе нравится? О, смотрите, нормально. Какое красивое стихотворение. Только мне кажется, кто-то ему помог. Он бы не справился самостоятельно, уж я-то знаю. Может, он приложил все силы, чтобы ты его простила? Нет, не думаю. Она еще колеблется, надо поговорить с Леем. Какая, блин, девушка. Хочешь подать заявку на место моей девушки? Вакансия еще есть. Не искушай меня. А то ведь подам. Завершить разговор. А, я передала Розали твое стихотворение. И что она сказала? Ей очень понравилось. Вот только Розали догадалась, что его написал не ты. Ах, я так надеялся, что это сработает. Ты поможешь мне придумать что-нибудь другое? Да, надо только хорошенько подумать. Так, найти новую идею. У кого спросить-то? Здесь нет никого. Ой, ну что, я пока еще ничего не придумала. Заранее спасибо, завершить разговор. С кем бы еще поговорить-то? А, цветы. Вот что мне нужно. Я соберу букет для Розалии. Букет для Розалии. Угу. Все девушки любят цветы. Собрать букет для Розалии. А вдруг они правда помирятся? Скажут, что я ничего не придумала. Не собирать букет. Собрать букет. Естественно, собрать. Так, купите ленту. Господи, меня тут раскручивают, по-моему. Ну ладно, хоть не очень дорого это все. Так, купите ленту. Все у нас все получилось, да? Ну что, все почти готово. А, так у меня вроде как все готово. Отдать что ли ей?
Хочешь подать заявку опять? Ну, второй раз уже так настойчиво мне предлагает стать его девушкой. Так, и чё, где она? Опять. Ё-моё. Ты уже встречался с девушкой? Почему моя героиня постоянно задает такие нескромные вопросы? Я вообще, я в шоке. Он покраснел. Да, почему ты спрашиваешь? Ух ты, Натаниэль, так по тебе и не скажешь. Тогда почему вы не вместе? Понятно. Вау, так и не скажешь. Наверное, он обидится. Почему вы не вместе, скажет, не твое дело. Понятно. Еще понизилось. Ну все. Полный провал. Это очень личное и касается только меня. Почему ты спрашиваешь меня об этом? Да и все, вообще с тобой не буду говорить. Так, что мне делать-то? Ну что, все почти готово. А что еще надо-то? Ну вот, господи, надо было сюда вернуться. И ну раз эта игра просто дико нелогична. Ну вот, ну а знаете, для чего это сделано? Чтобы раскручивать нас на бонусы, да-да. Ну вот, повяжем лентой, она не сможет устоять. Осталось отдать букет Лею. Так, ладно, отдаем ему букет. Смотри, я собрала букет для Розали. Даю гарантию, она не устоит. Большое спасибо. Надеюсь, она оценит этот жест. Прости, что тебе приходится крутиться между нами двумя. Двоими. Ничего страшного, расскажу тебе все, как только поговорю с Розалией. Отправиться надо до нее. Да, я знаю, что у тебя тут вакантное место. Ну, ладно, напишу тебе потом заявку попозже. У меня есть кое-что для тебя. Лей попросил меня передать тебе вот это, отдать цветы. Угу. А, какие красивые. Я поблагодари его от моего имени. Обязательно супер сюрприз пришелся ей по душе. Почему я тебя должна благодарить? Иди, поблагодари, он во дворе стоит. Пойти надо поблагодарить его. Ну что, начну по порядку. Ты отдала ей букет. Что ты такой серьезный-то? Да, ей было приятно получить от тебя цветы. Она попросила сказать тебе спасибо. Как я рад. Надеюсь, она простит меня. Ты девушка, может, ты сможешь поговорить с ней по душам и убедить, что она меня не безразлична? Может быть, попробую с ней поговорить. Так, опять топаем обратно. О, господи. Поговорить с Кастелем, получить доступ к новому заданию. Что-то бормочет. Ты выглядишь подавленным, у тебя все нормально. Я не подавала тебе заявку, ты подавлена? Конечно, все нормально. Просто у меня такое выражение лица. Кастель, воплощение любезности и вежливости. И серьезно, что случилось? Мне начинает надоедать твоя реакция на все, что я не сказала. Вот это правда. Что случилось? Что случилось у тебя? Я порвал две струны на моей гитаре. Тебе стало легче? Возьми, купи новые. Как так получилось? Я думала, случилось что-то серьезное. Ну, для него это серьезно, он же музыкант. Как так получилось? Представь, играл пальцами аккорда. Пф, он принимает меня за идиотку. А, да. Данное задание было выполнено. Ну, что, струны ему идти покупать? Бисер, что, отрез ткани? Вот это еще надо купить, похоже. Видимо, мне это что-то очень сильно пригодится. Ладно. Не знаю пока для чего. Лей и Розалия помирились? Еще нет. Я переживаю за них. У вас хорошие отношения с Леем? Опять скажешь, что ты лезешь в мою жизнь. Мне начинает надоедать эта история. Выхожу, находите общий язык с Розалией. Господи, что спросить-то? Ну, с Розалией, что как у вас там? Она подружка моего брата. Да, но все-таки ты посвятил ей стихотворение. И все? Признайся, она очень красивая. Ты посвятил? Нет, ну он же от имени брата писал. И все? Только и всего. Завершить разговор. Ладно, мы поняли. Я забыла тебя спросить, как обстоят твои дела с Самбар? Господи, ты хочешь точно нарваться на драку? Не очень-то хорошо. Каждый вечер Амбар устраивает мне ужасные сцены с тех пор, как ее отлучили от занятий из-за меня. Так устраивает. Не переживай, уверена, что она образумится. Она получила по заслугам. Ага, ты был с ней немного строг последний раз. Она получила по заслугам.
Это правда, но согласись, ее обиду на меня можно понять. Если тебе больше нравится роль мученика, не буду тебе в этом мешать. Так, это она на тебя обижается, если ты сам чувствуешь себя виноватым. Точно, но она просто вынудила тебя своим ужасным поступком. Она вынудила тебя. О, господи, немного повысились отношения. Не все так плохо, нет, ужасно. Она все равно не изменится. Он слишком много думает об Амбер. Нужно найти способ, чтобы поднять ему настроение. Так, придумайте, как поднять настроение Натаниэль. Да он меня пришибет просто скоро. Я должен найти свою записную книжку. Она опять где-то затерялась. Ты заманал, честно говоря, своей книжкой. Где она, может быть? Здесь ее нет? Нет, нет. Что это такое? Так, оу, Ниагара, с тобой все в порядке? Со мной, да, вот с Натаниэлем. Что с ним произошло? Может, он с ней встречался? Не знаю. Все может быть. Амбер превратила его жизнь в кошмар после того, как ее отстранили от школы на пару дней. Бедняжка, должно быть, ему сейчас нелегко. Посоветуй, как поднять ему настроение? Ты знаешь, что он любит кошек? Ну не покупать же ему котенка. Ха-ха, конечно нет. Я имела в виду маленький пустячок в форме кошки. Может, смастерить что-нибудь своими руками? Такой сюрприз ему обязательно понравится. Ах да, было бы забавно. Вот для чего я, наверное, материал-то купила. Так, купить ткань, все необходимое для шитья. Ну, я уже все купила. Мягкую игрушку ему смастерить. А где я могу это сделать? Не могу найти предлог, чтобы с ним заговорить. Черт. Черт. Так, а что мы здесь, может, смастерим? Виолет, ты умеешь шить? Да, мне нравится мастерить своими руками. Тебе нужно что-нибудь зашить? Нет, ты не могла бы мне помочь шить мягкую игрушку в форме кошки? Кошки, как и мило. Думаю, я смогу тебе помочь. Отлично, тогда приступим. Лучше пойдем в класс, там нам будет удобнее пойти за Виолет. Ты уже шила когда-нибудь? Да, немножко. Но вот мягкие игрушки шить еще не доводилось. Тогда начнем с выкройки, а уже потом будем шить. Окей. Виолет набросала выкройку, раскроила ткань, а потом мы принялись шить. Я не думала, что это такая кропотливая работа. Закончить мастерить мягкую игрушку. Ну вот, готово. Я приложила все усилия. Надеюсь, тебе нравится? Большое спасибо, просто великолепно. Так это для тебя? Нет, я хочу подарить наше творение одному человеку. Еще раз спасибо. А что, идем дарить? Натаниэль. Что случилось? Не надо. Не ссоримся. Ничего, только я тебя слушаю. Мне так жалко расставаться с этой игрушкой, не отдавать игрушку. Надеюсь, мне понравится. Не уверена, что это лучший подарок для парня, но все-таки попробую отдать игрушку. Вопрос. Последнее время ты выглядишь немножко подавленным. Это от чистого сердца. Котенок какой милый, у меня нет настоящей кошки, ну у него же аллергия, зато теперь у меня будет этот плюшевый котенок. Большое спасибо, я хотела поднять тебе настроение. О, ну слава тебе, Господи. Прости, что заставила тебя беспокоиться. О, что заставил. А теперь мне гораздо лучше, еще раз спасибо. Кажется, ему понравилось, я так переживала, прям жутко переживала. Так, я хочу поговорить с Леем. Мне так его не хватает. Но я потеряла кольцо, которое он подарил. Вдруг он заметит, что его нет на моем пальце. Он подарил тебе кольцо? Ты поможешь мне его найти? Пожалуйста. Найти колечко в школе — это невозможно. Отказаться. Найти колечко — я попробую. Да, конечно, я попробую. Спасибо, вдвоем мы его обязательно найдем. Начать поиски. Кажется, нам еще записную книжку надо было найти. Лизарда, которая. Здесь я ничего не вижу, и кольцо тем более не вижу. Так, идем во дворе. Ой, во двор. Боже мой, твои родители работают в полиции? Не надо кастель мучить. А, нет, с чего ты взял? Я думала, что может это у тебя в генах все время всех расспрашивать. Ты считаешь, что слишком любопытная? Конечно, считает. Ты тоже хочешь меня о чем-то спросить? Ха-ха, ты будешь смеяться, но я ищу кольцо. Ты его не находил случайно? Так, ты хочешь меня еще о чем-то спросить? Может быть, да.
Ты написала, скажи, ты уже заявление на роль моей девушки. Так что? Нет, мне не о чем тебя спрашивать, в конце концов. Ну что ж ты растерялся-то? Все равно видно, что я тебе не безразлична. Тем хуже для тебя, если вдруг передумаешь. Ну чем же это хуже для него? Если я ему так скажу, он, конечно, не то что-то скажет. А если вдруг передумаешь, он пожал плечами. Завершить разговор. Так, ну чё, где-нибудь здесь по-любому это кольцо, блин, маленькое такое, валяется. Нет? Нету? Да. О, Роза и Лей помирились? Не знаю. Ладно. А у тебя есть девушка? Какая ты любопытная. Да она, это уже у всех парней в школе спросила. А ты загадочный. Ну не отвечай, если не хочешь. Ну хватит уже строить из себя загадочную личность. Можешь наконец ответить хоть раз на вопрос. Ты загадочный. О, похоже, мы сегодня с ним на свидание идем. Мне поди денег не хватит. Ага, спасибо за понимание. Я отвечу на твой вопрос. На данный момент у меня нет девушки. Все свободное время я предпочитаю посвящать музыке. Угу. Ну, Таниэля тоже, кстати, нет девушки. Завершить разговор. А Кастель, мне кажется, просто понтуется. У него тоже никого нет. Так, и мы ничего не нашли, да? Что там у меня задание-то? Найти кольцо. А, кольцо, только кольцо. Кольцо, кольцо, где может быть это кольцо? Розалия потеряла кольцо, которое я подарил Лей. Если ты его найдешь, то дай его мне. Как она могла его потерять? Брат заплатил за него кучу денег. Кто бы говорил, сам же теряет свою записную книжку каждые 5 минут. Действительно, смешно. Так, а где я могу найти это кольцо? Я сейчас опять все бонусы энергии потрачу, надо подумать головой. Так, может, Кастель найдет? Если ты найдешь кольцо, скажи мне, пожалуйста. Чук. Он вообще просто решил ничего не отвечать. Так. Здесь нет ничего. Вообще ничего не вижу. У меня даже глюк появился. То, что я сильно тут нажимала. Так, здесь тоже я не вижу. Где оно, ё-моё? Я не могу найти кольцо. Подумай, где ты могла его потерять? Чего не приходит в голову? Тогда купить такое же. Оно такое, так дорого стоит. Я потратила все сбережения на покупку новых туфель. Ладно, пойду посмотрю на него в ювелирном магазине. Вот чем дело кончилось. Отправили меня в ювелирку. Блин, ну если я его сейчас куплю... Не хватит денег на то, чтобы купить это. Так, на Хэллоуин, Пасха, Хэллоуин. И что, какое ей надо кольцо-то? Классическое кольцо для эпизодов. Кольцо какое-то на Новый год. Явно это не то, да? Ну как, классические кольца. О, кольцо Розалия. 420 долларов. Они что, мне предлагают купить это кольцо? Кольцо из белого золота с маленькими бриллиантами по краям, с бриллиантовой розой, с сапфировым сердцем. Сейчас подумаю. Так, может, мы все-таки попробуем поискать это кольцо? Не знаю. О, Ниагара, что ты везде ищешь? Кольцо, которое потеряла Розалия. А, да, если я его найду, то обязательно отдам тебе. Спасибо. Спасибо, спасибо. А где это кольцо? О, подождите-ка, я что-то подобрала. А мне кажется, это кольцо. Быстрее несем обратно. Ты нашла кольцо? Да, вот оно. Большое спасибо. Я немедленно иду к Лею. Она помчалась к своему парню. Господи, не пришлось покупать за бешеные деньги. А, день без Амбер. О лучшем и мечтать нельзя. Интересно, Лей и Роза помирились? Ниагара, подожди, я тебя везде ищу. В чем дело? Мы снова вместе. Спасибо, это благодаря тебе. Не за что. Я рада за вас. В знак благодарности я хочу подарить тебе фотографию парня, который тебе нравится. Фотографию? Ха-ха, я фотографировала парней, чтобы продать фотки другим девочкам из нашей школы, как предпринимательница. Но это было давно, я больше этим не занимаюсь. Ха-ха, хорошо, странная история.
У меня осталось только три по одной фотке с каждым. Какую ты хочешь? Натаниэль, Кастель или Сандер? Кастеля давай. Тебе так тебе нравится Кастель? Так у меня с ним плохие отношения только. Но с Натаниэлем, конечно, еще хуже. Держи, кстати, раньше у него был другой цвет волос. Посмотреть финальный постер. Ого, черные волосы, круто. А с темными волосами ему тоже неплохо. Его стиль одежды на фото мне больше нравится. Но вот что больше всего интригует, так это выражение его лица. Кажется, он увлеченно пишет кому-то смс. Вот только кому? Но он же говорил, что ему было много девушек. О, кажется, у меня еще кое-что есть для тебя. Лей шил мне платье, которое теперь мне немного мало. А вот тебе, думаю, придется в самый раз. Ты получила платье от Розали, ты найдешь его в своем гардеробе. Ах, спасибо. Молодец, ты прошла эпизод 6. До новой встречи в сладком флирте. Так, и похоже, я ни с кем не иду сегодня на свидание. Замечательно. Давайте посмотрим, что там за платьем, что деть его. А что у нас там есть за платьишком? Ого. Ничего себе. Но оно такое прямо, чтобы встречаться с Лизандром, я бы сказала. Такое. Специфическое платьишко. Вообще надо ее как-нибудь переодеть, мне кажется. Что-нибудь такое интересное, что на нее оденем. Тринкс. Так. Понятно. То есть курточка идет только под этот. Хорошо. Нет, не надо тогда куртку. Так, 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 штанишки, беленькие штанишки, может, одеть. Это ж как-то не очень хорошо. Шортики. О, отлично. Так, что-то у нас гольфы. Гольфики, гольфики как-то не очень странно выглядит. Не надо. Не надо. Синие кеды. Да, тоже как-то достаточно странно. Ну ладно. Так, и что там у нас? Особо как бы нечего, да, такое приодеть. Ну, пожалуй, на этом я закончу. Закончу, да. Нет, что мне ботинки вообще эти не нравятся. Может, кеды лучше одеть. Ну-ка. Ну ладно. Да, на этом серия у нас закончится. Может быть, немножечко подкоплю и продолжим. До скорого, ребята. И пока-пока.